Хайо, гайз, с вами Шумики, и это у нас DLC про адмирала Кноксан. Так, мы, короче, с вами выполняем какую-то миссию чувачка одного. Пипец тут бомб. Так. Щет. Чувствую, дальше мне придется пешочком идти. Ты ко мне бежишь? Сопляк. Кажется, он ко мне бежал. Чу. Ладно, сейчас вторую жизнь получу. Беги, беги, беги. Омок. Да уж. И главное, того не убил. Блин, если я подойду, меня убьют. О! Безбашенный карлик. Хех-хех. Не, нужно эти мины раздиффузивать. Тихо. Так, еще на один выстрел мне хватает. О, я вижу, там хороший сундук. Тихо. Это вы что-то бесконечное слушаете. Давай, давай, умирай, ну. О. Готово. Вы серьезно? Патронов нет. Ладно, тихо. Не беда. Да где я? Окей. Хорошо. Я туда приеду и продолжим. Все, короче, я приехал. Да, херо получилось, что я бомбу не взорвал. Скорее всего, если бы я бомбу взорвал, мне тоже бы засчитали как вин. Почему ты не взорвалась? А? Эх ты. Давай посмотрим. О, щитики. Щитики — это хорошо. Так. Бомбу можно не брать, ладно. Херь. Емкость, много емкости. Но. Так, тихо, не мешайте. Мне нужно сточную воду, да, сделать тут. Включить насос стука, включить насос геттов. Так, насос я включил. Следующий насос где? Окей. Занасосим их. Машинка мне нужна. Та возьму, скорее всего. Или нет. Я не знаю, какую мне машину взять лучше. Какую лучше взять машину, потому что... Я туда доеду, но я смогу сдалека расстреливать врагов. Как варик. А это не очень домашнее. О, если бы я сейчас на мину нарвался, опять бы взорвался. Так. Ага. Просто прямо. Сюда. Да? Нет, прямо. И вот все, вижу проезд. Поехали. О, QR-коды, как обычно.
Я не хочу, чтобы мне все меня заметили. Так, тихо, тихо, расстреливают они меня тут. Если бы вы знали, как они меня пугают. С вот этим выскакиванием. Но зато не этот. Говорят, как этот. Стив, да, его, кажется, если не ошибаюсь. Да, хайо. Воу-воу-воу! Я думал... Вы тоже есть в этой части? Я просто играл только во вторую немножко, и все. Первый раз вижу, что вот такие были. В этой игре. Кайф. Ну, нате, я тоже могу кидать бомбы. Бомб. Так, где... Ага, все вижу. Где включается здесь вода? Хлюп. Побежали сюда в здание, посмотрим, что здесь. Блин, тупые бомбы. О, сундук. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Я тебя просто лучше расстреляю. Тихо, тихо, тихо. У меня еще есть, если что, вдруг для тебя. Сюрпризики. А не, стой, 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 стой. Лучше, мне кажется, поджарить. Малого. Малого я поджарю. Ага, я понял, хорошо, но не жарит. Тихо, тихо, ультую. Не, могу как бы пойти к нему туда. А я так и сделаю. Да, все, все, ты не убежишь. Кто еще? Еще один? Тихо, 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 все хорошо. Ой, уже все плохо. Тихо, хорошо. Все отлично, все отлично. Ха-ха-ха. Готово, ладно. Перезаряжу, главное, чтобы было перезаряжено. Что здесь? То сейчас опять малой как выпрыгнет на меня. Фиолетовка эта херь. Ладно, оказывается. Так, с оружие меняем, сразу снайперку ставлю. Вот это оружие, они все отличные. Ну да, типа мало зарядное, но бесконечно зарядное. Замечу, она бесконечная. Поэтому она занимает первое место по моим оружиям. Используем. Тихо, тихо, тихо. Да, 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 стреляйте. Все равно вы мне ничего так не сделаете. Так, поехали. Так, куда теперь мне нужно? А, в принципе, можно... А, не, подождите, а где это? Если это сверху, то это плохо, потому что я... Хотя у меня машина как быстрая. Посмотрим, ладно. Так. Если это со скагами места, просто включить насос, включить насос. Гэдж. Еще два насоса нужно. Хорошо. Хорошо.
Главное, чтобы это было нормальное место, где я могу включить. Так. А, вот. О, а что там делает унитаз? Мне лучше сесть в машину, да, я думаю? Вчера вас тут. Так, окей, мне все равно на вас, поэтому я отсюда уезжаю. Так, еще что у нас там было? Это легко. Просто туда нужно приехать и быстро активировать, успеть. А, это место с пулей, окей. Мне же как раз тут нужно что-то еще выполнить было, да? Коды, кажется, найти. Или нет? Или коды я уже нашел? Если что, машину обратно вызову. Блять. А куда мне тогда идти? Так, этих нужно взорвать, катаются. Поехали. Но здесь что-то пустовато, здесь никого. Хотя здесь какая-то вода странная. Опа, я понял. Кто пулял? Откуда? Тихо-тихо-тихо. Да ты надоел! Переворачивайся! Давай, я тебя успею заручить. Все, миссия выполнена как раз. Так, вернуться к нашему челику. И я потом приостановлю запись и доеду в город, где мы были в начале. Хотя туда можно легко добраться, просто перезапустить игру. Ну как перезапустить? Главное, меню заходите и быстро заходите обратно. Тихо. Меня эта херь могла сейчас убить, прыгнув на меня. Ускоряйся, давай, давай. Все. Я приехал. Прикиду, сейчас насос подрублю, да? Типа оно стечет, все, и там столько будет врагов. Но вдруг. Все. О, пистолетик. Маленькие люди, большие что-то. Сведения собраны. Моторшет убит. Какие сведения? Куда это ехать? Маленькая Дорадей. Дорадей, да? Окей, поехали. Я туда поеду, посмотрю, если это другое вообще место. Ну, не вот эта локация, так куда я сейчас буду заезжать. А другое, значит, я вернусь быстро в то место, где мы были. Это Джейкобс. Джейкобс. Да, Ригвей, вот он. Главное, чтобы недалеко здесь было ехать. Главное, чтобы недалеко. Окей. Хм. Окей, сделаем так, как я хотел. Джастин. Сейчас мне порасскажет что-то здесь. Ай, зайду как раз к этому. А, так. Да-да-да-да-да. Давайте тогда сразу здесь выполню. Потом возьму сведения, убью монстра или кто-то. Потому что английскими буквами не переведено, значит, это либо какой-то босс, либо типа того. Получить детонатор. Ты даешь мне детонатор?
нет. Отлично, ты здесь. Вот, детонатор пара свой атлас. Я буду следить за твоими успехами и помогать тебе. Удачи. Окей. Мост, ой боже, еще сколько заданий. Если что понадобится, свистни, хорошо? Хорошо, я буду свистеть. Гонщик, создать телепортация. Так, здесь, да, теперь? Есть странник, новое задание доступно. Окей, ой, боже, еще новое задание. Убить небоскреба. Так, пересаживайся. Мне нужно понять, что за небоскреб, что за фигня вообще. Ну, я просто по сюжетному месту не могу сейчас идти. А хотя у меня детонатор есть. Так, давайте смотреть. Небоскреб, Сесан. Это в другом месте, это в другом месте. Генерал Нокс. Эхо, убить Айкса. Конец связи. Мост через ущелье. Активировать мост. Афина. Афина, Афина, Афина. Починка. Через ущелье. Это там, где мы не могли пройти, да? Поехали. А, это далеко, да, скорее всего. Давайте, короче, туда приеду, там разберемся, окей? А, я тут еду, короче, и я еще вижу какой-то значок задания. Либо это доска объявления, либо здесь именно задание. Сейчас мы еще здесь проверим. Главное не проехать. Ну да, серьезно, что-то открылось. А, я понял. Все, спасибо, до свидания, пацаны. Давайте встретимся позже. Так, зачем ты тут открылся? Что мне нужно сделать? Стопэ, стопэ, стопэ. Что это за значок? Значок с заданием. Значит, тут какое-то задание. Давай, давай, давай. Готово. Ой, боже. Просто вас задавлю, да и все, фиг с вами. Что здесь за задание? Показано, что здесь есть какое-то задание. Куда? Куда? Откуда? Здесь задание? Шоковые типы вы имеете? Собирать эти фигнюшки вы имеете в виду? Если да, то нафиг оно мне нужно. Так, ладно. Продолжим, короче. Наконец-то я приехал. Все так. Тут кажется, если я не... Нам уже сюда, да? Активировать. Ну да, здесь. Если не забываю, тут был только один летчик у нас. Летчик-полетчик. Поэтому я его с пушки просто сразу вынесу. Ага, он еще с базукой был. Да-да-да, ты именно ты. Ты именно, понимаешь, ты. Наконец-то. О, да, я сделал это. Мост. Эй, so are you? I guess it was wrong. Thought you were gonna be cool and help me get out of here. Давай ты вылетишь оттуда, слушай, приятель. You would not believe the shit I have to put up with. Ой, слышь? Ладно, ладно, все, отстань. Я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Mate, all bets are off. I'm gonna have to kill you now. Sorry. Давай, давай, лети. Нормально. Оп. Оп. Ща, ща, ща. Рентгенская пушка. За угол. Летит.
Что ты там стал, слышишь? Лети ко мне. Ой. Лети, лети, лети. Все, готово. Давай хилку твою заберу. Или что она мне дает, я не знаю, выносливость, защиту. Так, мне нужно теперь забраться туда наверх. Уничтожьте снаряжение. Какое? Ведь эти боты, уничтожьте снаряжение. В принципе, все, мы уже почти доехали, все мы уже сделали. Ой, боже. Не буду с вами мучиться, просто вас всех задавлю, да и все. Так. Бац, бац. Хилка, хилка. Побежали, все. Мы мост запустили, у нас все отлично. Переход в следующую локацию есть. Не, прикольно сделали такой мостик. Энергетический. Опа. Опа, что я вижу? А, это снизу можно было подняться. Ё-моё. Ну ладно, потом. На обратном пути буду идти. Red End. Конец что-то такое. Конец чего-то. Безбашенные солдаты копья носят взрывоопасные рюкзаки, которые являются уязвимым для атак. Оу, черт. Окей. Так, мне нужно быстро пробежаться. Окей, где, где, где? Минус. Сестра, а? Сестре. Давай ко мне, эй. Слышь, ты бегунья, давай. Да, 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 да. Готово. Так, деньги. Деньги есть, все у меня есть, все отлично. Снайперка, это фигня, фигня. Эхо устройство. Так, ввести код мне ж нужно в центр. Да, значит я беру сюда. Ага, ага, сетевое. Окей, как раз два задания здесь. Поехали. Генерал Нокс, адмирал Мико, журнал номер один. Я только что прибыл на Пандору и выяснил, почему коммент Стил провел свою миссию. Я сейчас не про то, что он хотел стал закуской для каннибалов. Так, миссия отвечает, я только получаю их, генерал Альфонс. Конец журнала. Короче, они прибыли на Пандору, их сожрали. Класс, класс. Монстр, монстр, создать, поехали. Покатили. Дрифтер. Дрифтер, где дрифтер? Так, сюда и здесь за угол повернуть, окей. О, это новый. Ок, ок, это отлично, отлично. Машинам. Пора и по газам. Создать, давайте. Да пускай да будет мастер. Плевать, я умер, да, потратил деньги, ничего страшного. Тихо, не плюсь, не плюсь, я сказал. Так. Здесь еще один аванпост машиной. Готово. Ах ты. А, не, нормально, все нормально. Где-то здесь, да, я могу наверх подняться. Я давлю, все нормально, все окей. Так. Так, еще вижу второй. Тык. Главное, что я давлю и все нормально. Готово. Нормально, он сюда не зайдет.
Генерал Нокс, адмирал Умико, журнал номер 2, я всегда должен вырезать эту хрень. По-моему, слишком много слов, ты так не думал? Возможно, какая-то шутка, сэр, однако я занимаюсь поставками снаряжения, чтобы мы могли контролировать инопланетные технологии, которые обеспечили нам безгалактическое господство. Посылка у надписи указана срочно. Если содержание включает в себя аудиопленки, 4 штуки, похоже на растворимый шоколад. Надеюсь, это недоразумение, ведь так? Да, растворимый шоколад — это жестко. Опа! А что такое? Я понял, карта здесь сломана. По причинам непонятным. Так, там я объехать, кажется, не смогу, да? Или смогу? Нет, не смогу, ладно. Значит, делаем вот как. Здесь я объезжаю. Я не знаю, почему оно сломалось там все. Ускоряюсь. То что-то не делал. Так, сюда заворачиваем. Так, прочность нормально, прочность хорошо. Так, я правильно еду? Да, правильно. Так, заезжаем сюда. И здесь мне нужно оставить машину. Хотя попытаюсь объехать. Нет, придется оставлять здесь машину. Окей. Я все равно не туда приехал. Сейчас тогда разберемся, куда мне нужно было точнее ехать. Тоже не то место. Заберем сейчас пленку, короче, здесь остановимся. Да-да-да, плюй. Ах ты ж, ё-моё. А почему тут так много места? Да херища места свободного. Откуда ты взялся? Что? Хера себе. В атаку. Окей, я понял. Я понял, окей, я бегу, просто бегу, все. Тише. Я понял, что все жестко. А вас тут неплохо? Тихо. Я понял. Твое слабое место. Давай. Ты не прикроешь никого. Потому что ты тоже труп. Damn it. Тихо. Тихо, я понял, все, бегаю просто по кругу. Бам. Почему он не взорвался костюм?
Или в него любой может залезть. Ох ты ж, ё-моё. Так, окей, я сматываюсь. Блять, 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 быстрее. Ууу, я понял, от кого это урона столько было. Точно не тебя. Окей, все отлично. Давай, 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 я должен убить его. И безбашенный опустошитель. О. Да уж. Ну ты и падла. А как мне его тогда грохнуть? Как мне тогда, дружище, тебя грохнуть, а? Ого, откуда у меня? Откуда у меня вот эта фигня? Тихо-тихо-тихо-тихо. Когда я успел подобрать? Я уже не помню. Я уже не помню, когда я успел ее подобрать. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А, это он был? А, точно, же говорил, там какой-то очень жесткий враг. Вы нашли взрывное оружие. Выпущенные из этого оружия снаряды взрываются при ударе о цель, нанося сильный урон. Ладно, давайте, короче, пластиночку я потом возьму. Значит, здесь закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до встречи, друзья. Всем пока.